Так, сегодня опять женское видео. Вы видите, где я. И меня здесь многие предметы просто восхищают. Например, вот эти вот серьги. Это или клипсы, или серьги. Но это что-то очень-очень старинное. Вы видите, да? И я вижу, что коллекционер прекрасно понимает, что у него в коллекции. И бесплатно отдавать не собирается. Такая красота. Вы смотрите, вот эта вот, брошка перед вами красивая. Наверное, это же не камни. Но не в виде камня кабошон. Вот 4. Кабошон — это когда он не граненый, а такой вот кругленький. Вообще-то выражение употребляется к камням. Ну, если стекло напоминает, как бы изображает какой-то камень, то, наверное, тоже кабошон подходит до слова. И вот тут очень интересные такие браслетики. Вот красивый очень curly браслет. Такой вот тот еще вот оттуда, из прошлого. И видно, и даже вот такой вот жемчуг, он слегка пожелтел, но так красиво смотрится. Здесь понравилась вот эта посудина. Мне кажется, она так стол бы украсила любой. Вот это что-то такое симпатичное, покрытое серебром. И мне кажется, вот серебряная посуда очень хорошо смотрится с хрусталем. Что у нас тут интересного? Шкатулочка красивая. Вот какая-то бисером расшитая, интересная. Такой набор красивый, гляньте. Девочки, никому не буду такие большие громоздкие наборы, хрупкие, высылать. Во-первых, это будет, пересылка будет просто стоить как, ну, я не знаю сколько, но это будет очень дорого. Плюс то, что дойти могут только одни осколочки, так что я просто за это не возьмусь. Как красиво. Ну, куклу еще можно переслать, винтажную. Интересный объект. Но заказы выполнять очень-очень неудобно, потому что вы можете переслать деньги, а потом этого предмета уже не будет, потому что, ну, люди сюда ходят. Многие люди любят винтажку и ее покупают. Так что что-то здесь пылится долго, а что-то уходит быстро. Красивый кораблик. О, дорогая, посмотрите, какая красота. Это для пунша. И какое же оно старое. Какое же оно глубоко-глубоко винтажное. Возможно, антикварное. Ага, вижу, 185 за него хотят. Мне кажется, это, конечно, только украсить где-то что-то таким предметом, потому что пить из него пунш. Мне кажется, он будет менять вкус, вот этот металл будет менять вкус напитка. Так очень красиво. Такой интересненький. Мне кажется, он вообще антикварный. Жаль, что я не коллекционирую вот эти фигурки. Какие они красивые. Любят такое. Вон там еще какой телефончик. Это вот наборчик. Он очень маленький. Это для детей. Какая карета интересная. Какая красотка. Опять вот этот такой вот фарфоровый наборчик для детей. Репродукция красивая. Как интересно оформили всю эту винтажку. Как этот человек с таким вкусом хорошим.
Старался соблюдать полностью этот стиль того времени. Это явно коллекционер. Но тут в этом магазине очень многие продавцы — это те, кто сами коллекционеры. И вот им просто уже некуда девать это все, то, что они коллекционируют. Они начинают это продавать.